Итак, всем привет, с вами Кейн. В общем, у меня есть тут такая идея. Вернулся в Мичиган, поскольку на Аляске я понял, что ловить мне нечего. Вот у меня есть грузовичок мой, рабочий, лошадка такая. Вот мой автопарк тут. Так, ну давайте тогда уже взяли, покинем гараж. Есть задачка. Вот, по-моему. Да, требуется высокое седло. Кирпичи и металлические балки. Все это я могу взять по пути, и то есть вот так вот проехать и привезти на завод. Потом взять топливную цистерну. Я думаю принять эту задачу, В чем тут прикол? В том, что выйдя из гаража в Мичигане, я обнаружил вот это. Стоит прицеп уже с металлическими балками. То есть мне по пути просто надо будет заехать и забрать кирпичи. Собрав кирпичи, я сразу привезу все и... Тихо, стой. И потом просто возьму тягач и с высоким седлом и привезу топливную цистерну с АЗС. А сейчас я думаю... Вот так вот. Так, сейчас, секундочку. Построим маршрут через... Да. То есть мы сюда проедем. Да епона, мать его. Здесь... Ну, здесь можно застрять. Ну, так ближе будет, конечно. А так можно в объезд просто подъехать. Давай более безопасный маршрут выберем. Вот так вот. Вот так. Ну, здесь будет понятно. И вот сюда. Возьмем кирпичи, потом поедем дальнейшим маршрутом вот так вот. Надеюсь, кстати, я потяну и кирпичи, и прицеп. Возьмем полностью, если что. Да, тут грязь. Грязь, по которой застрять. В принципе, у меня грузовик уже достаточно сильно прокачан. Колеса хорошие, перло хорошее. Не, мы хорошо преодолели, в принципе. Единственное, что надо было лебедку еще прокачать, но хрен с ней. Уже едем так, как едем. Блин, опять я забыл передачу. Неплохо мы едем. Главное не забыть отцепить прицеп. Там перед складом. Чтобы мне было легче немножко, чтобы не разворачиваться сильно. Едем неплохо. Так-то по нижней с плюсом. Попробую автомат взять. Будет он быстрее, нет? По-моему, нет, но расход топлива. Что-то я не понял, выше, чем не выше. Короче, с этим прицепом, с металлом довольно-таки тяжело ехать. Нашим грузовичком, но, в принципе, все возможно. Грязь такая. Но все же мне интересно, потянет ли он еще и кирпичи. Лопалеты эти. Не, ну в принципе там дорога не должна быть такой прям плохой, а
грузовик у нас уже достаточно хороший такой, прокачан в плане. Довольно-таки уже не стоковый, колеса вообще огонь. Движок, по-моему, это поставил чуть-чуть. Нам главное, чтобы топлива только хватило. Потому что подвозить как-то его неохота вообще. А, да, тут же нам право объехать. Да, отлично. В принципе, пахнет хорошо так. На пониженной, конечно. Так, а тут, я думаю, не заезжу сюда, а так вот попробовать. Проехать по горке. Так, мы едем на полном приводе и на пониженном. Ладно, сейчас, в принципе, выедем отсюда. Дебереть. В общем, я немножко планирую поднять свой левел в Мичигане, затем пойти перейти потом уже на Аляску, поскольку там, ну, я понял, нужна прокачанная машина и автоматику включим, и нужно больше немножко левел, чтобы прокачать свой хаммер тот же, поскольку там скаут, ну, ему тяжеловато, я так понимаю, на той местности. Ну, отлично, уже почти приехали с складом, с кирпичами. Ух, что-то я смотрю, мы застреем, да, тут? Я его возьму. Чуть-чуть лево, ну, давай-давай. Есть у меня, кстати, еще и внедорожник. То есть у меня есть один тяжелый там, и есть один внедорожник. Они все, в принципе, требуют прокачки. Для прокачки этого нужно просто поднять свой левел. У меня сейчас только 11-й. Только стал вот недавно 11-й. Я исследовал, вернее, обнаружил прицеп. И дали 30 опыта. И мне этого как раз хватило, чтобы поднять с 10-го до 11-го левела. А, там нужен 12-й для приобретения этих улучшений. Поэтому мне там нужны просто колеса. Без них я, ну, тяжеловато мне будет где-то там пройти в Аляске. Так, вот сейчас тут доедем, переедем. И там потом перейдем на Аляску. Так, вот тут вот надо отцепить прицеп. Где-то здесь. Ух, как попёр, нихера себе. Пизду, прицеп, блин. Серьезно, так замедляет нас. Так, у нас есть металлический балк, а нам нужен просто кирпичи. Тихо-тихо-тихо, ну что ты так, а? Кирпичи что же? Много брать не будем, не горячись. Оп. Кирпичи. Два палета, отлично. Вообще-то, кстати, эти кирпичи так сложные и похожи на шифер. Вот если вот так вот сзади смотреть, получается похоже на шифер чуть-чуть. Ну и сверху так вот сзади. Так, вот эта вот темнота мне не нравится, это уже вечереет. Чё себе как-то заносит, а? Вот здесь сейчас мы свернёмся, соберем металлические балки. Давай-давай, опа. Чё, куда же ты?
хороший розовичок. Не зря его нашел там где-то на болоте, по-моему, где он нашел. Ну, где-то в Мичигане его нашел. Забыл где, правда. Ну, точно в Мичигане. Розовичок такой. Огонь. Так, по карте. По карте мы посмотрим. У нас, наверное, сюда. У, там что-то такая плохая дорога. Да не, ну должны же проехать как-то. Что так проедем? Так, и здесь, вот сюда. Потом по дороге. И все. И мы, короче, приезжаем сюда, на место. Да елы-палы. Ну, примерно такой маршрут у нас. Вроде ехать недалеко. Топлива, надеюсь, хватит. Сколько мы только около 100 литров расходовали. Но ехали мы почти пустые. А теперь мы уже затарены хорошо так. На автомате первая передача. Хорошо. Ё-моё. Тут внедорожник нужен. Иначе хрен мы тут проедем. Ну, попробуем. Ладно, попробуем проехать. С кирпичами и металлом хорошо идем. Кстати, мы куда тут прошли, дошли? А, так мы уже все, ё-моё, почти переехали. Сейчас. Главное здесь, в болоте, в этом не застрять. Там где-то еще цистерна стоит. А, да, вон видно, стоит вдалеке. Вот, вот эта вот цистерна тут. Мне надо его вытащить, по-моему, внедорожником. Хотя, о чем эти? Для бездорожья. Да ё-моё, что это? Короткая, блин, сильная лебёдка это. Сейчас я сделаю вот так вот.
намного лучше. Потому что это ночная езда, когда ты там видишь только фонари, это меня не сильно привлекает, то есть плохо сделано в этой игре освещение. Не нравится мне вот ночное освещение. Опять застряли, да? Вот ёлы-палы, а? Как вот не хватает этой фигни? Максимальные для этого грузовика прокачаны, кстати. То есть для грязи. В грязи там хорошее прохождение у них. На этом грузовике максимально, что можно поставить. В принципе, ну, кое-как тянет. В принципе, окруженный плюс прицеп, то есть, ну, считаю, в принципе, неплохо. Получается, я сразу же доставлю одну штучку и следом доставлю уже другую цистерну, просто в другом грузовике уже. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, ко мне. На асфальте, кстати, тут, по-моему, не очень хорошее это сцепление, но по грязи и по внедорожью очень хорошее на этих колесах. Еду я на полном, поскольку вооруженный, поэтому я считаю, стоит ехать все-таки пока на полном. О, тихо-тихо-тихо, не неси. Не несись так. Ёпсель. Прекрасно, поехали, поехали. Отлично. Отлично, ну, вот мы уже и приехали на завод. Выполнили, скажем так, половину. Да-да-да, сейчас я заеду. Стой же ты. Это и это. Все. Половину мы сделали. Сейчас возьмем, по-моему, там высокое седло требовалось для той цистерны. Так, паркуемся. Итак, посмотрим следующий, что у нас там.
топливная цистерна, да? Так, сейчас, давай. Высокое седло, да. Отлично. Значит, мы переходим в гараж. Берем. Вот, кстати, внедорожник, но я лучше думаю взять тяжелый. Тяжелый, так, двигатель у меня тут, по-моему, какой-то прокачан, да? То есть он хорошо. Коробка тут, по-моему. А, на Аляске? Ух ты, посмотри какой. Так, это тут, это тоже не прокачивается, то есть лебедку удлиненную поставить, не поставить. Пятнашку стоит, блин, не хочется, ну ладно. Вот, высокое седло уже стоит. О, отлично, и шнуркель, по-моему, не помню, стоял. А, то есть тут такой стоит, да? Хорошо. Блин, ну лебедку я бы такой поставить, в принципе, она... жрать не просит, правильно, ребятка? Удлиненная, запятнарик. Давай. Ну все, теперь покидаем гараж. Дифференциал здесь есть, его надо включать на низкой передаче, на пониженной. Переключайтесь на пониженную передачу, включайте Q, то есть дифференциал распределяет нагрузку на колеса, то есть если они не зацеплены за грунт, они задействованы, они крутиться не будут, вся мощь будет идти на те колеса, которые... у которых есть сцепки с грунтом. Здорово. Поэтому дифференциал как бы нужен, но особенно на внедорожнике. Но включать его только на пониженной передаче работает. Но тут вот никаких проблем нет. Играю, если кому интересно, то играю я на клавиатуре, мышка, никаких геймпадов, рулей, то есть обычные, все что есть у любого игрока, все прекрасно. Опыта и 3800 баксов. Причем очень такие прикольные. Кстати, вот интересно, вот этот здоровенный хрень там его прицепить. У него очень высокое седло. Это он в воздухе левитирует. Кроме задние колеса точно.
Так, ладно. Слушай, хорошо. А, вот оно что, строительная платформа. Ее надо добавить, доставить аж сюда. Слушай, так это вообще шикарно. Металлические балки это отсюда туда перевести, но это вот так вот через лесопилку. Здесь это вообще фигня. А вот это буровая установка. Буровая установка, если я правильно все помню, это отсюда. По-моему, вот здесь вот. Вот это вот оно и есть, буровая установка. Да, вот. Это оно и есть, буровая установка. А, то есть, блин, карта мира. Так. А, здесь тоже оно есть. Так, подожди, ну давай. Нет, ну показывает, что... Типа оттуда надо ехать. Ну ладно, в принципе. Это мы уже продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, всем удачи.